О, перехватился. Как не взял? Как я не зацепился? Ё-моё! Пого ниндзя, нам нужно будет как-то пройти вот эти вот гарпунчики. Смотрите. Всем здарова, дорогие друзья, с вами по-прежнему Овер, и мы продолжаем играть в популярные режимы в игрушке под названием Happy Wheels. Ребят, я хочу попросить вас свернуть видео, поставить большой палец вверх, заранее вам уже огромное спасибо. Ну и первый уровень на сегодня, друзья, у нас вот такой вот Pogo Challenge, какой-то Pogo Battle, ребят. Нам нужно проходить вот так вот различные испытания, смотрите, как быстро мы с вами справляемся с этой задачей уже на пятом этапе. Я надеюсь, ребят, что мы сможем пройти этот режимчик, я, в принципе, уже более-менее нормально научился прыгать. Так, подождите, стоп. Сейчас, ребят, шестой этап. А чё он так плохо прыгает у меня? О, все, нормально. Раскочегарились. Так, короче, чуть-чуть, ребят, выровняемся сейчас. И полетели. Давай! Нет, не перелетел, ребят. Сложно. Смотрите, вот теперь уже прям реально сложный этап какой-то пошел. Ну-ка, назад. Вот так вот, полетели. Давай! Опа, перелетели. Нет! Как так, ребят? Как? Я думал, что мы перелетим, но вот сейчас-то перелетим. Нет. Вот сейчас. Нет, ребят, я... О-о-о-о-о-о, стой-стой-стой. Главное, ребят, чтобы мы назад не упали. Все отлично, полетели вперед. Да что за фигня, может надо шестого этапа с бортика прыгать? Но я думаю, ребят, что можно и так вот перелететь. Правильно, все отлично. Так, shift и space нажал. Ага, все, я понял, ребят, как здесь нужно перепрыгивать. Но смотрите, там дальше, ребят, нам нужно снизу будет как-то все это делать. Я не знаю, получится у нас это сделать потом дальше или нет. Но для начала нужно пройти восьмой этап. Ребята! Ай, сейчас бы головой вот зацепиться было бы неплохо и перевалиться просто туда, на самом деле. Или вот, блин, как-нибудь... Давай вот переваливайся. Не-не-не, не хочет, ребят, что-то. Полетели. Давай-давай-давай-давай. Нет, не получается. Но вообще, это реально пройти, ребят. Мне кажется, что если мы сейчас немножечко постараемся, получше я вот постараюсь, то я пройду, на самом деле. Оп, вот сейчас. Не хочет, ребят. Просто не хочет. Ладно, а если вот так? Ага, понятно. Давай еще раз. Ага, я понял, ребят. Я все понял. Вот так. Давай, зацепиться и пройти. Хорошо, ребят. Отлично, мы прошли. Короче, здесь просто, как я понял, переваливаться можно, да, ребят? Смотрите, хоп. А как дальше? Тут оно же супер низкое, ребят. А, все, спокойно пролетели. Вау, теперь третий этап. Это был второй, ребят, мы с ним справились. А теперь третий, смотрите, какой, друзья. Здесь нужно, короче, вот так вот в разрезик прям прыгать. Так, ну, с первым этапом мы справились. Так, давайте второй пройдем. Опа, второй! Блин, а второй, ребят, уже сложно пройти, смотрите-ка. О-о-о-о, не-не-не, прошел. Отлично, дальше третий. Погнали. Блин, нифига себе, ребят. Не так-то просто, на самом деле. О-о-о, почти перевалился, да ё-моё. Давай, не-не-не, слишком сильно, ребят. Во-во-о-о, почти прошел. Вот сейчас, хорошо. Отлично, четвертый этап, ребят. Все выше и выше, но это, по-моему, последний этап. И давай, собираем монетки, ребят. Собираем монетки, что-то мне подсказывает, друзья, что сейчас будет финиш. Стойте, монеточку, хорошо. Все монетки, ребят, давайте соберем. И вот он, все монетки, я сказал, соберем. И вот он, друзья, финиш. Слушайте, вот это первый режим на сегодня, друзья. Нереально интересный, очень прикольный. Ставим 5 баллов. А вы, если не поставили еще большой палец вверх, ставьте большой пальчик вверх. И погнали, посмотрим на следующие режимы. Второй режимчик на сегодня, ребят. Нам предстоит кидать мячики, смотрите. И нужно попасть именно в победу. Иначе, друзья, смотрите, мы не пройдем. Плюс 3 мяча, окей. А вот она, победа, друзья. Отлично, 12 секунд. 23 миллисекунды, мы справились с этим режимом. Конечно же, 5 баллов и гоу дальше. Следующий режим у нас тоже метательный, ребят. Но здесь нужно метать именно мячи. Смотрите, ребенка мы этого сбили. Там вроде как финиш был. Но почему-то нам не засчитало победу. Ребят, странно, ладненько, давайте сделаем рестарт. Давайте сначала попробуем убить всех. А потом, короче, ребят, попасть. Вот, теперь можно в ребеночка попадать. Ага, последняя попытка. Не попал, ребят, не попал! Я не знаю, вот этот мелкий, который на облаке висит. А, его тоже надо сбивать, ребят. Все понятно, так. Давайте жердяя. И последняя попытка. Пфф, понятно, не долетело, ребята! Но ничего страшного, пробуем еще. Все, нет, теперь нам мечей вроде как не хватит, да? Да, не хватит мечей, ребят. Один кто-то у нас останется. И это жирный. Но давайте попробуем заново пройти абсолютно всех, ребят, убить. Так, пробуем. Раз, полетело. О, жирненького сбили, хорошо. Теперь мелкого.
Все, ребят, не пройдем. Мечей больше нет, понятно. Так, ладно. Надо жирного, чтобы опять вот так задело. Не задело, ладно. Хорошо, бомжа. Мелкого, жирного. О! И победа! Нет! Не попал! Да как так, ребят? Ну ё-моё! Ладно, делаем рестартик. Жирного не задели. Пофиг, мелкого. Бомжа. Понятно, не хватит мечей. Все, ребят, можно рестарт делать. Да, чтобы сбить всех, ребят, это не так уж и просто на самом деле сделать. Так, один меч мне нужен. Почему два меча сразу взялось? Ну все, ребят, рестарт. Так, я не успокоюсь, ребят. Я не успокоюсь, пока мы не пройдем. Все, рестартик. Да, друзья, это реально сложно. Три меча, все, можно рестарт делать. Как взять один меч? Почему мне изначально берется сразу два меча, друзья? Мне это не нравится. Но есть шанс... А, все, больше шансов нет. Так, пробуем. Раз. Жирного не задели, к сожалению. У нас всего лишь один дополнительный меч здесь, ребят. Мелкого не задел. Ну все. И меч этот не отдает. Ну, понятно. Все, ладненько, ребят. Раз. Два. Блин, ну капец. Ну капец, так хорошо все начиналось. Раз, мелкого попали. Блин. О, отлично. Давайте, нам хватит мечей. Два, три и четыре. Короче, победа, ребят. Просто мы сбили мелкого, мы сбили всех. И, в общем, можно считать, что мы прошли этот режим. Хотя мы его прошли уже много раз, ребят. Ставим ему 5 звездочек и погнали посмотрим на следующие режимы. Следующий режим на сегодня, ребят, у нас Rope Swing. Я обожаю просто эти режимчики. Я надеюсь, что вам тоже они нравятся. Так, падаем вниз, хватаемся. А куда здесь, ребят? Неужели нужно как-то перехватиться? Серьезно? Вау, неплохо. Ноги, 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 ноги. Аккуратно, падаем. Падаем. Давай. Падай. Хорошо. Куда теперь? Непонятно. О, схватиться. А, надо было, ребят, лицом именно упасть. Нифига себе. Ладно, рестартик делаем. Ой, ребят, плохо. Еще рестарт. Не совсем правильно я начал. Вот так вот, ребят, четко. Падаем. Разворачиваемся. Именно вот так. Все-все-все, отлично. Так, и дальше, ребят, нам нужно именно головой будет залететь на платформу. Оп, перехватился. Как не взял? Как я не зацепился? Ё-моё! Ладно, друзья, пробуем еще раз. Я пройду этот роп-свинг. Я пройду... Ох, как мы не зацепились, ребят. Просто миллиметр там не хватало, но отлично, повезло. Так, чё я не схватился-то? Я забыл, ребят, что надо хвататься. Ладненько, пофиг. Так, едем. Хватаемся, хорошо. И здесь вот, ребят, лицом вперед. Вот так вот, да, отлично, все, теперь мы здесь схватимся, по идее, хватайся, все, полетели, отпустился, и финиш, вот так, друзья, вот это суперский роп-свинг, не очень легкий, но в то же время, друзья, достаточно сложный, 5 баллов заслуженно, и погнали посмотрим на следующие режимы. Следующий режим у нас какой-то ниндзя, ребят, нам нужно отбиваться вот так вот мечами, ой-ой-ой, может их кидать? Блин, а у меня остался один меч, а, два, так, раз... А последний. Все. Ребят, а чё, сколько их будет бежать-то вообще? Они же до нас не дойдут, смотрите. Или добежит он? Добежит или нет? Нет, он не добежит, ребят. Следующий побежал. По-моему, мы можем победить. Ребят, мне кажется, мы сможем вот так вот победить. Еще один бежит или нет? Блин, этот должен умереть, ребят. Нужно всех убить. Их, короче, 5 всего. Ладно, делаем рестарт. Смотрите, первый есть. Первый убил. Как не убил? Что? Чё за фигня? Ладно, ребят, гоу рестарт. Вроде я же кинул, ребят. Ну, все, сдыхай. А, именно в голову надо. На. На, помирай. Последний, ребят, меч. Ну, я не знаю, они там умрут. Так, он сам себя убил. Все, я меч этот почти профукал. Аккуратно, ждем. Может, он сам себя убьет. Да, сам себя. И последний. Последний, пятый. Побежал. Давай, сам себя убивай. Хорошо, и на вдобавок еще мой меч. Все, по идее, все 5. Все 5 умерли, ребят. А почему режимчик мы не прошли, я не знаю. Ну, в общем, вот такой вот забавный режим. Ему тоже, в принципе, можно поставить 5 баллов. Я впервые вообще на таком играл. И погнали посмотрим на следующий режимчик. А последний режим на сегодня, ребят, у нас называется Pogo Ninja. Нам нужно будет как-то пройти вот эти вот гарпунчики. Смотрите. С первого раза я прошел этот гарпун челлендж. Что? Ребята, нифига себе. Го, попробуем еще раз. Я, короче, активировал вот это все. Вот так вот отцепился и как-то пролетел. Как мне повезло, ребят, я что-то не понимаю. Совсем не понимаю, ребят. Смотрите, можем еще раз. Подождите, нет, нет, заново. Я вот так вот наклонился, ребят.
подлетел, отпустился и как-то прошел. А как, я не понял. Ну, у меня есть, конечно, вариант. Возможно, я раньше отцепился. Все, давайте последний раз попробуем. Ребят, но сам факт, что мы прошли этот режим с первого уровня, с первого раза, точнее, это просто жестко. Во, и да, надо было просто раньше отцепляться, ребят. В общем, прошли мы этот режимчик. Ну, а на этом, друзья, мой ролик заканчивается. Я надеюсь, что видос вам понравился. Смело ставьте большие пальцы вверх. Не забывайте подписываться на канал, оставлять положительные комментарии. И также не забывайте кликать на колокольчик. Если досмотрели ролик до конца, то напишите в комментариях слово «бомба». Это будет действительно прикольно. Посмотрим, кто смотрит ролики до конца, а кто нет. Ну, а с вами по-прежнему был Овер. Не забывайте подписываться на мою страничку ВКонтакте, на мой Инстаграм и на мою группу ВКонтакте. Все ссылочки также будут в описании. Ну, а вам я желаю, друзья, всего самого-самого наилучшего. Всем удачи, увидимся, услышимся в следующих роликах. Не болейте, не пропадайте. Всем еще раз удачки и пока-пока.